Некоторые дети говорят, вот зачем мне изучать математику? Мне эти числа, эти уравнения никогда в жизни не понадобятся. Но знаете, вот один автор учебника, Марткович, написал так. В целях изучения математики. Там перечислены цели, зачем нужно изучать математику в школе. И одна из целей звучит так: умение преодолевать трудности. Понимаете? И вы знаете, я не думаю, что есть люди, которые скажут, что нам в жизни умение преодолевать трудности не понадобится. Неправда. Понадобится, я думаю, всем очень. А как этому, каким образом математика этому учит? Знаете, у вас есть, например, задача. Вы не знаете, как ее решить. Это, по сути, трудность, которую вам нужно преодолеть. И вы думаете, ищете способы, как мне решить эту задачу. Может быть, для этого вам придется попросить кого-то о помощи. Или старательно полистать учебник, почитать другие задачи. Но в жизни бывают очень разные трудности, и не на все есть какие-то готовые решения. Также и в математике. Но это умение, способность преодолеть обязательно вам понадобится. Это точно.